В кабинет, поставил бы графин коньяка, выяснил всю ситуацию вот от начала до конца, 10 раз извинился хоть на камеру, хоть как. Вы бы завтра вышли на трибуну, сказали бы, вопрос исчерпан, что Гашев извинился, и есть вот такая-то ситуация. Я, например, я же не говорю, что это так должно быть. Хотя бы такая попытка бы от него была, согласитесь, было бы как-то там адекватно, ну, да. И какая-то реакция была бы человеческая. Но правильно. То, что выстраивается забор, не пустить парламентариев, в чем проблема? Это какая-то... Не хочу сказать, что это Штыгашев, председательствующий, один принимает такое решение. Это какой-то вот, какая-то трусость, какая-то вот такая подлая такая фишка. Люди приехали из-за тысячи километров сюда. И не пустить их... 3,5 тысячи километров. Зная, что приедут, ну, обратите на них внимание, примите хлеба сольно, как мы всегда, хакасский народ всегда пользовался уважением именно в плане приема гостей, гостеприимности, да, народ. Все это знают. А здесь такой непонятный форс-мажор нагнетается. Мы не знаем, что будет завтра. Может быть, примут. Мы же не знаем, какое решение будет принято. Но, тем не менее, настораживает вот эти вот заявление о том, что ковид там и так далее. Есть процедуры в масках. Садимся там на 2-3 метра конечно. Друг от друга. Есть возможность там выступить. Ну, очень сложно. Тут вопрос не то, что хакасы поссорились с калмыками или калмыки с хакасами. А тут именно международный конфликт идет государственного уровня. Ну, это правда. Не, но это правда. Один парламент обратился к другому парламенту. Один парламент независимого государства. Обратился к парламенту независимого государства. По конституции у нас все атрибуты независимого государства. Технически есть. Мы же федерация. Да, мы федерация, да, и фактически, и фактически. Соответственно. И тут вот, когда вот под коврик вот это заметать, это не, во-первых, извините меня, а что вы, под коврик и заметали, вот они говорят, все уже закончилось. Я когда общался с калмыками через интернет, они мне показывали через электронную вот эту наше правительство, они мне показывали скрины, письма, они писали на имя депутатов Верховного Совета, когда только в разгаре это еще было. Ни одного письма нам не показали. Не довели ни одного письма. Я как-то спросил у одного коллеги, который знает, он говорит, а просто вот откладывается, откладывается и все. Потому что скрины мне присылали, вот, отправили, я и калмыкам говорю, пишите, официальные письма пишите, чем больше вы будете писать, потому что слова это одно, а когда это на бумаге, это лучше. В итоге вы, раз вас целый год не слышали, вы правильно сделали, накопилась вы обратились проблема. В парламент, потому что проблема не решается, проблему и сейчас не хотят решить, хотя ее легко решить. Это обычно идет восточное гостеприимство, просто прими гостя, просто поговори с гостем, выясни и все. Наоборот, и после этого, мне кажется, если правильно эту проблему рассудить, дружба хакасов и калмыков, она только крепче станет. Конечно. Вот и все. На неделе приехали творить добро и мир. Вот тот разлад, который пошел между... Не хочу произносить между... Тот разлад, вы приехали...
просто примирить, а мы с радостью, Верховный Совет Республики Хакасия в лице нас и также другие депутаты, вы правильно сказали, что не все поддерживают данную позицию. Вы миротворцы, и мы вместе. Вот что я хочу сказать, и мы рады. Я бы хотел здесь подправить немного. Да? Здесь нет речи о конфликте народов. Здесь есть проблема одного человека, который оскорбил народ. Но мы вами гордимся. Разрешите 24-ю сессию объявить открытой и для приветствия государственных флагов Российской Федерации и государственного флага Республики Хакасия прошу встать. Я услышал, что вы задаете какие-то интересные очень вопросы. Да. Да, и хотелось бы поговорить с вами, почему у вас в голове появляются такие мысли? Я так понимаю, это... Так думает народ Хакасии? Нет, народ Хакасии, он вообще... Костя, а вы где? А, молчал, Молчан, поднимайте сюда, потому что гости здесь. Угу. Вот где большой зал, да? Угу. Делегация здесь устремилась. Вы знаете, я ваше не хочу, чтобы ваше вы лично, меня снимали. Ваше личное мнение можно узнать? Нет, я не хочу, чтобы меня Почему? Снимали. Почему? Вы же на работе? Закон, я на работе. Закон? И что? Закон есть? Я корреспондент. Ну и что? Где написано, что корреспондентов нельзя снимать? Я еще раз говорю, где написано? Какая именно у вас позиция? Я хочу у вас выяснить, какая у вас позиция. Нет, я не знаю. Давайте мы уберем все. Понимаете? Я не знаю. Я представитель из Калмыкии. Хочу вас поинтересоваться, какая позиция у простого народа? Ну так вы выйдете на улицы, я просите их, пожалуйста. Зачем? Почему? Вы же представитель народа. У меня нет возможности. Народа. Сейчас я пока здесь. Я чуть попозже, когда все это закончится, я обязательно выйду на улицу и поспрашиваю людей. Но сегодня я вижу вас здесь и хотелось бы вас услышать. Я не хочу разговаривать. Как вы понимаете, ситуация сегодня набирает такой вот сегодня СМИ, ваших СМИ. Я вижу, что муссируется вопрос по поводу межнационального конфликта между хакасами и калмыками. Но мы, как делегация из Калмыкии, в течение всего дня постоянно всегда говорим, что у нас есть претензии только к человеку по фамилии Штыгашев. И в наших головах он не хакас, он не русский, он Штыгашев, председатель правительства. Что думают обычные люди? Вот, хотелось бы узнать. Вообще, год назад, когда вот была произнесена вот эта речь, многие хакасы, коренные хакасы, высказались против этого. Я услышал, да. Потому что как представитель власти он вообще не имел рассуждать о народе. Вообще, я считаю, что любой человек не может рассуждать о другом народе. Он не имеет морального права на это. И поэтому здесь человек такой опытный, много лет в политике, когда высказал такое, мы приходим к мнению, что у человека начинается уже старческий маразм, грубо скажем. И поэтому многие хакасы не согласились с этим. У нас было несколько попыток принести извинения калмыцкому народу, потому что калмыцкий народ все-таки это братский народ. У нас приезжает театр, приезжал сюда, то есть очень тепло встречали. Мы очень хорошо общаемся с калмыками. То есть это... Ваш театр, кстати, тоже к нам приезжал. Да. То есть культурные обмены какие-то эти происходят. То есть я считаю, что я посчитал после этого сразу историю, извините меня. То есть там все достойно написано. Я не знаю, по каким этим делал выводы. Но то есть, если обвинять, то можно и чеченцев, да, обвинять. То есть это была политика. Сегодня могут признать хакасов такими же террористами и сделать такими же негодяями, да. То есть это политика. Здесь очень трудно рассуждать и вынести, найти справедливую сторону. Про Штыгашева могу сказать, что он сегодня далек от хакасов, от коренного населения. Когда он выходил, то есть он уже в течение 30 лет представитель Верховного Совета, вначале, он выдвигался от хакасов, то есть от своего района, но вот последние лет 15 он теряет поддержку, потому что он стал жить для себя. То есть он все делает, чтобы для себя, а не для народа. Он оторвался, он далек от народа. И сегодня вот такая ситуация сложилась. Сегодня
пытается его убрать, ну не знаю, здесь, мне кажется, политика, не знаю, то есть, да, человек уже в возрасте, здесь должен быть какой-то государственный, что нельзя в таком возрасте руководить законодательным, то есть властью, не исполнительной властью, то есть это очень большие пробелы в нашей Конституции. Поэтому, ну, я считаю, что это вот такие высказывания впредь должны запретить полностью. То есть нельзя другому человеку, от другого народа рассуждать о каком-то народе. Это у нас тоже очень часто происходит. Со стороны начинают обсуждать про хакасов, нужен ли нам язык. Вот такие моменты, конечно, мы пытаемся пресечь, но это надо, чтобы пресекались на уровне законодательства и за это обязательно наказывали. Не было вот этой позорной связки КПРФ «Единая Россия», такого предательства в адрес жителей Республики Хакасия. И я более чем уверен, что не было бы такой ситуации, которую спровоцировал Владимир Николаевич, потому что мы бы все-таки добились того момента со своим главой, со своей четко убежденной позицией, как бы, не ориентиром на эффективную работу, мы бы уже давно председателем Верховного Совета просто-напросто поменяли. Станет интересно, где мой дом, где мой дом родной. Я отвечу сразу, даже без сомнения. Я рожден на Волге, тут мой дом. С высоты небесной птичьего полета мне приснился берег золотой. Я приеду снова, потому что знаю, что хочу дотронуться рукой до тихого берега, до теплой воды. Спасибо, что сберегла все тайны мои. До тихого берега, до теплой воды. Спасибо, что сберегла все тайны мои. Тихо.
воды. Спасибо, что сберегла все тайны мои. До тихого берега, до теплой воды. Спасибо, что сберегла все тайны мои. До тихого берега, до теплой воды. Спасибо, что сберегла все тайны мои. Раньше еще, когда Черногорск, скажем так, был промышленным таким центром, он был некой такой столицей и в культурном плане, то есть все достопримечательности, весь отдых, вся молодежь всегда отдыхала, были в Черногорске. После уже с приходом вот нового главы в городе Абакане, Абакан уже стал действительно так формировать такой образ реальной столицы. Ну и вот сейчас мы получили в сухом остатке разваленные города, в которых фактически и света нет, и инфраструктура страдает. Все работа существует по остаточному принципу. Вот. Ну, естественно, средств нигде не хватает. Ну и честно скажу, главы слабые, поэтому вот и результат. Сколько лет давайте прошло? Ой, да? Много. Даже говорить страшно. В каком году родились? В 55-м. Представляешь? Ага. В 57-м наши приехали в Элисту, поэтому, конечно, ничего. Он еще не хотел слить, но у него это рабочее совещание там в Абакане. Шумит душа, тоска. Вот туда и надо было. Интересно. Фотографируйте соблюдение санитарных норм, правильно? Ну как всегда, да. Что там? Так, чай, кофе, кому как? Чай. Вот моя бабушка, ее выселяли с двумя дочерьми, с тремя внучками. Младше не было и года. И надо отдать должное вот нашим калмычкам. Вот, я считаю, вот вчера вот была передача, я сказала, что калмыки выжили еще благодаря героизму наших женщин. Ну, вы со мной согласитесь, что основные тяготы, особенно первых лет депортации, мужчины еще были на фронте, либо в широклаге, а все легло на плечи женщин, потому что выселяли в основном женщин, стариков и детей. А кто за всем смотрит? Это женщины. Быт? Да, это женщины. И все эти тяготы, в общем-то, вынесли наши женщины, и они смогли еще спасти и детей, и внуков. Выжить они смогли. Они смогли выжить. Нет, они смогли спасти нацию, я считаю. Да. Спасибо сибирякам, которые помогали калмыкам в эти тяжелые годы. Моя бабушка вот много рассказывала, она, в принципе, достаточно умная женщина была. За 20 минут же предупредили о том, что нас будут выселять. И она первое, что взяла, это швейную машинку «Зингер». Она взяла, как сейчас на языке предпринимательства, орудие производства. И после этого вот приехали, никто не брал на постой, но кому нужна семья, где одни женщины? Брали в основном, ну, старались взять ту семью на постой, в которой хоть мужские руки есть. А здесь одни женщины, никому не интересно. В конце концов, ну, в общем-то, руководитель, староста, как их называли тогда, глава поселка? Председатель, да. Он их погрузил на телегу и, в общем-то, чуть ли не насильно определил на постой к солдатке.
У нее муж умер на фронте, дети свои были. Она не хотела, она не открывала дверь, не хотела брать на постой, понимала, что это тоже тяжко для нее будет. Но потом она была благодарна, потому что на следующий день бабушка моя расчехлила машинку. Она увидела, что у нее дети, трое детей, во что они одеты, что они, ну, вы представляете, конечно, война, да? Конечно. Она тут же им перешила что-то, перелицевала, она детей стала обшивать, она хозяйку одела. Как она ходила, говорит, хозяйка в какой-то старой шинели, подпоясанной ремнем, она из этой шинели сделала ей прекрасное пальто. Да, она сибирячкам шила. До этого, говорит, они не носили, вот, ну, такая деталь, вот стеганые брюки на латине. А для Сибири это очень актуально было. И она многим-многим шила. Ну, в общем-то, у меня бабушка была очень рукастая. Коллеги, что действительно, каждая калмыцкая семья коснулась эта боль, потому что был выслан весь народ. И каждая калмыцкая семья хранит, во-первых, память этой боли. И, конечно же, благодарность сибирякам, местным людям. Вот когда мы были даже в Москве, сюда ехали, там проходили люди, наши земляки, просили передать привет, просили передать слова поддержки свои. Говорили, вы знаете, что мы приехали сюда по очень серьезному вопросу, тема была болезненно затронута для нашего народа, она, скажем, одним человеком, не буду называть здесь, осквернять стены вашего. Упустим политику, да. Не буду осквернять стены именем этого человека, но его имя известно, антигерой сегодняшний. Так вот, ну мы что надо сделали, что смогли, вот официальная делегация, значит, два депутата Народного хурала нашего присутствовали, они привезли текст, значит, обращения нашего парламента, вашему парламенту, в общем, что надо было, и были неформальные встречи. Мы встречались, у нас тоже в составе делегации есть доктор наук исторических, Ачеров Уташ Борисович, мы с ним ходили в местный институт научный, очень теплая была тоже такая же дружественная встреча, и мы вот пришли сюда, приехали сюда как на близкую, родственную нам землю. Потому что здесь только в Хакасии 9 тысяч калмыков жило в тот период. Потом уже дети появились, вот как Наталья, Сергей, другие, значит, люди. С благодарностью до сих пор Сибирь для нас это тоже родной участок земли, да, это для нас как бы тоже родина. Потому что многие, вот мои старшие здесь родились, мама с папой поженились в 45-м году, 9 мая, вот, отец был инвалид войны. Прямо новосибирский. То есть для нас сибирская земля, большая такая огромная планета, это для нас тоже родной дом получается, для калмыков. И вот, она действительно, мы родились, да, здесь, да, мы, это нас, на самом деле родина. И поэтому большая вам благодарность. У нас калмыки, конечно, ожидают вот вашей реакции, не только реакции официальных властей, но и людей. И у вас есть уникальная возможность тоже сказать слова, свои ответные слова нашим жителям. Было бы очень здорово. Действительно, очень приятно сегодня принимать вас, во-первых, в гостях здесь, на нашей территории, и слышать столько много положительных слов и отзывов о наших людях. Сибирская земля, она вообще гостеприимна изначально, и, как вы правильно сказали, далеко не только калмыки проживали здесь вот в сложные годы. Это были и немцы, это и огромное количество белорусов, которых сослали еще ранее, в 30-х годах. Да? Поэтому жители понимали и понимают сейчас, что это такое оказаться на чужой территории, вот такое сложное время. Наверное, наш суровый климат, он каким-то образом закалил душу людей, и поэтому своим теплом они стараются, ну, обратиться к людям, к окружающим вот с таким хорошим отношением. И я думаю, что действительно вот те сложные годы, только благодаря тому, что взаимопонимание и взаимопомощь между людьми, проживающими на нашей земле, помогла выжить и продолжить, дать продолжение роду и вашему, и нашему, потому что всем было тяжело. Вот. На самом деле огромное спасибо и вам, и вашим предкам за то, что приехали сюда и не стали насаждать что-то свое, какие-то свои традиции, обычаи, вытеснять наши. А именно за то, что действительно вот это вот взаимопонимание, которое позволило родиться чему-то, наверное, такому большому и значимому, и получилось, что мы все живем на одной земле, по сути это дело. Делаем одно дело, и сейчас, вот в наше сложное время, в настоящий момент, да, мы должны держаться друг друга и
помнить то, что происходило тогда, и брать пример с наших предков, и продолжать общение, межнациональное общение, межконфессиональное общение. Сейчас этому внимание очень большое уделяется, я думаю, что на каждой территории, и у нас в республике, и у вас, и вообще в России в целом. Поэтому мы за то, чтобы везде был мир, мы за то, чтобы мы люди одной земли, одной планеты. Нам нужно держаться друг за друга, и только благодаря совместным действиям, я надеюсь, что есть у нас светлое будущее впереди, все будет хорошо. Давайте будем общаться, давайте будем друг с другом каким-то образом поддерживать связи, делиться наработками, не только в плане исторического взаимодействия, но и в плане совместных действий каких-то, да, в настоящее время. Поэтому спасибо вам за добрые слова. Спасибо за то, что вы приехали сегодня. Очень приятно, что есть где-то далеко люди, которые являются нам родными, да, по месту проживания. Да, абсолютно согласен. Да. По месту рождения. По месту рождения. Ну и вот сейчас мы проедем в наш музей, и там история, может быть, проживания именно ваших предков немножко более широко будет освещена. У нас есть замечательные люди. Создатель музея Лидия Васильевна Андреянова, которая сама простой учитель истории, буквально вот с нуля создала, и вы увидите, какого уровня сейчас это музей. И там же будет присутствовать наш поисковик, так скажем, Владимир Иванович Камынин, он почетный гражданин Орджоникидзевского района. Вот у меня на столе лежат книги его, он огромную работу провел по поисковую, и создал книги памяти Орджоникидзевского района. Вот уже издано 2 тома и готовится третий. И он ждет личной встречи с вами. И он ждет личной встречи. И не поделился с нами информацией, которая у него есть. Сказал, я лично хочу рассказать. Поэтому там вы тоже его увидите. Донесем обязательно до коренных жителей, до жителей нашего района, до главы района. Спасибо за теплые, за добрые слова. И я думаю, наше общение не ограничится. Вот только эта встреча, мы готовы общаться. Нет, и поддерживать. Приезжайте. Нас заинтересовала вот, фамилия, это наша, калмыцкая. Да, да. Да. Это, ну, во-первых, почетный гражданин Орджоникидзевского района, наш замечательный хирург, заслуженный хирург Республики Хакасия. Очень много лет уже проживает здесь. И уже ему 70 с лишним, не могу сейчас сказать точно, но до сих пор работает, все его знают, все его любят, профессионал своего дела, вообще замечательный человек, и уважают. Он по национальности кто? Калмык. Он калмык, да? Да. А живет давно здесь он? После тогда или потом он приехал? Нет, нет, он уже в современное время, да. Возвращаться. Ну, немножко о нашем музее вам так здесь, о здании. Здание этого музея построено было в 1909 году. Когда у нас шло строительство, началось здесь строительство в нашем районе Транссибирской магистрали, и это здание изначально построили как здание железнодорожного вокзала. Сначала по плану должна была железная дорога здесь рядом пройти, но потом что-то перенесли и пошла она дальше. И получилась станция у нас, вот где поселок Копьево. Так и возник потом поселок Копьево. Случайные находки археологические, которые найдены в нашем районе. И среди них вот эти коленчатые ножи, они найдены в нашей деревне. И недавно у нас один дом, в одном доме строили гараж, выкопали яму и обнаружили могилу. Могилы карасукской эпохи неглубокие, небольшие, каменная такая кладка, отделка. И в виде эмбриона лежит покойник. И вот эти ножи клались у рук, а горшок у ног. Мы в этой могиле ничего не обнаружили, однако в разных местах нашей деревни обнаруживают вот эти артефакты. Ну, вот этот топорик еще сюда мы отнесем, кельт. А вот серп и прочие вот эти вот предметы ниже, в том числе красивейшие вот эти бляхи, зеркало, это уже Тагарская эпоха, 8-1 век до нашей эры. А вот эти ножи 12-8 век до нашей эры. Ну и здесь вот железо средневековое тоже находят, а также жернова.
Жернова – это свидетельство о том, что уже в 8-1 веке у нас занимались земледелием. Было орошаемое земледелие. У нас за деревней сохранились валы вот от этих арыков, которые проходили, как бы мы назвали, по Средней Азии. Вот. И здесь занимались земледелием. В горшках находят разного рода продукцию. Вот это тоже тагарская эпоха, 8-1 век до нашей эры. Вы видите разных размеров. В тагарскую эпоху уже были простые, без всяких украшений. Единственный горшочек, который выбивается из общей массы, как бы, это вот этот вот глиняный горшочек с ушками. Так его называют, горшочек с ушками. Видите его? Угу. Остальные все по форме однотипные. Ну и следующая экспозиция у нас – это украшения и предметы мужчин. Охотников и так далее. Здесь вот вы видите ружье и пистолет, так мы скажем, которые заряжались со ствола. Это найдено в районе Хакасских улусов. Все. Это предметы, украшения, которые стоили очень дорого. Девушек и женщин, накосные украшения, две косы соединяли вот такими пластинами. Одна такая пуговица там стоила быка или коня. И здесь полудрагоценные камни вплетались, вот, допустим, вот в эту снизочку. Все это привозилось из Индии. Раковинки каури, вот, одна такая раковинка стоила быка. Они, например, на костюме шамана 100 раковин нашито. Представьте, какой он дорогой. Целое, если быка или коня... Это имитация, Лидия Васильевна, да? Это новодел, это имитация? Это новодел, конечно. Так вот, я хочу сказать, еще. У нас исконно, вам говорила, наверное, Людмила, проживали кызыльские хакасы. Кызыльцы. Хакасы кызыльской... происхождения. Этнической группы. А всего 5 этнических групп у хакасов. И вот у нас исконно проживали в верховьях Чулыма раньше. Кызыльцы. Сейчас их где-то 280 человек 3 года назад насчитывалось. То есть то уезжает, то умирает, то смешиваются смешанные браки. Но тем не менее, вот эта вышивка, любой хакас, который придет, он сразу скажет, это кызыльская. А почему? Только у кызыльцев встречается вышивка рога животных. Потому что оказалось, ни в одном музее мира нет кызыльского наряда женского. Нет ни в одном музее. И мы по отдельным деталям воссоздали вот эти костюмы. Обратите внимание, вышивка старинная тоже, по старину. Это, конечно, новоделы, но под старину. Вы видите рога оленя кругом, стилизованные рога оленя. А вот это то же самое рога оленя. То есть кругом вы видите рога оленя нашиты. Почему? Дело в том, что богиня Умай, вот как ее художник изобразил, богиня Умай в хакасской мифологии покровительница материнства и детства. А тотемное животное у нее – это олень. И вот поэтому девушка нашивала себе обязательно вот эти рисунки для того, чтобы когда она выйдет замуж, свадебный наряд, чтобы у нее были дети и чтобы была прочная семья. Очень интересный пояс, 4,5 метров. Ширина подола хакасского платья 4,5 метра. Почему, я не знаю, пока еще этим вопросом не задалась. Но вот вы видите, здесь нашиты разные ленточки. Это радуга. И радужные же цвета присутствуют и в обшивке тесьмой. Вот это тоже обереговые вещи. Ну, про шамана уже вы тут все поняли, да, там ги тут нашиты, это все. Бубен считался священным, колотушка, это считалось священным. Ну и далее мы видим ту посуду, которую вы не увидели в юрте. Мы ее свято бережем, потому что все, что можно было
после нас было сдано на металлолом, как раз это было такое страшное время, а мы успели как раз вот это все собрать. И вы видите, фарфоровое, кузнецовский фарфор во многих хакасских семьях сохранился, вот блюда тут очень красивые, ну и так далее. А вверху обязательно в юрте на полках стояла вот такая стеклянная посуда, куда заливали араку, молочную водку. Садитесь, Владимир Иванович, нам все расскажет. Да, 2 года назад я готовил, выяснил, что существовал Саралинский детский дом в поселке Орджоникидзевский. Начал собирать материалы. Среди воспитанников оказались и, как говорится, бывшие жители Калмыкии. Ну, а в общем, чем я тогда начал заниматься, хоть немного вопросом узнать, значит, что в соответствии с Президиумом Верховного 43-го года, значит, население, по сути дела, Калмыцкой ССР и Астраханской в составе, были переселены сюда, в Хакасию, вернее, в Сибирь, Казахстан, Алтай. И вот только лишь в 44-м году к нам прибыло в Хакасию 4391 человек. Спецконтингент назывался. На нашу станцию Копьёво прибыло 1034. Станция Шара 1160, Сон там и так далее, и так далее. Вот прибывшие были все на 100% зашивлены, педикулез. Какая национальность? Калмыки. Это все о калмыках. На станции Копьёво больных из 1034 человек, прибывших, как оказалось, 128 человек. Госпитализировано было 44, и умерло от дистрофии и туберкулеза 12 человек. Естественно, все прибывшие были под, как говорится, надзором НКВД. Вот. Работали на рудниках, в шахтах, на лесозаготовках, в сельском хозяйстве небольшое количество. Ну и вот, когда начал выяснять, то, значит, среди воспитанников детского дома, а он у нас просуществовал с 45 по 55 год, значит, были, вот нашел я 10, 11 даже, нет, 10. Анжиев Боря, 36-го года рождения, и Гадошева Маша, брат с сестрой. Они были, здесь у вас будет потом сообщение. Маша Гадошева, это сегодня она у вас, Плетнева Мария Ренжеровна. Она проживает там? Да. Она совершенно недавно, значит, 2 года, наверное, назад выбыла. Проживала она в Черногорке. Вот там же она почти 40 лет отработала учителем. Удивительно. Вот. Где-то человек 8 воспитанников детского дома стали учителями. И вот Гадошева Маша, Дорофеева и Царева, значит, оказались воспитанниками и, как говорится, ну, в Хакасии нашей. Остались в Хакасии. Да, и все были учителями. Ну вот еще для фамилии Матыцин Вася был в 4 классе, Матыцина Вера, сестра его, Маштыков Витя и Дима, Маштыков Коля, Уленжиева Тося. Одна из лучших учениц была и в школе в этой, и среди детского дома. В 50-м году ее есть фотография, вот Уленжиева. Я вам это все передам. Вот. И Матыцины. Матыцин и Ренжеров Коля. Есть сообщение
Плетневой о том, как она попала, как она жила и все. Я не буду время ваше отнимать. Я вам все это отдам, и вы прочитаете. При этом, значит, из архива Анжеева Бориса Андреевича интересна тоже судьба. После детдома был послан в Чулымский совхоз на поднятие земель. Ну, от плотника дорос до замдиректора по хозяйственной части. Но случилась беда. Вот. И в 84 году с одной деревни в другую перевозили зерно. Машина упала под откос, и он погиб. Вот. Это вот его семья. Это вот Плетнева сама, Анжиев. Вот, вот он, Анжиев. На презентации альбома присутствовала его жена. То есть мы выпустили альбом по результатам поисковой работы Владимира Ивановича. Вот он, у него и есть экземпляр лежит. И проводили презентацию в селе Орджоникидзевском и приглашали. Там же в Орджоникидзевской школе, как говорится, где она, детский дом был рядом со школой, буквально там через двор. Кроме этого, я сделал выборку. Думаю, вдруг вам вы заинтересуетесь. Если вам будет интересно, я мог бы продолжить. Потому что вот Казнаев-Балтык, Дорожева-Раша, Манжеева погиб, Казнаев и Дорожев погибли в плену, а Манжеева на руднике коновозом работала. Вот. Из книги памяти второго тома, потому что я это делал, работая над вторым томом. Да просто значит, пояснить, Владимир Иванович, у нас издана книга памяти Орджоникидзевского района, Владимир Иванович собирал материал, он сейчас про эти книги говорит. Так. Когда у нас вошли те, кто... Скажите, Владимир Иванович, ну, я за вас говорю, говорите, кто у нас. Ага. Значит, я сделал выборку вот с этой книги, вот со второго тома. Это вот ваши все... Как говорится, калмыки, которые воевали, некоторые погибли. После войны подхоз завода имени Ворошилова. Красноярский завод комбайнов переделали в военный завод. Выпускали орудия, снаряды, артиллерийские орудия. И молодежь нашу туда гоняли. А вот чтобы кормить людей, которые там работали на военном положении, они были, их домой не отпускали, открывали подхозы. И вот такой подхоз был у нас в деревне Кожухово. Маленькая деревня. И вот туда-то и привезли, во-первых, немцев, а потом привезли калмыков. И много калмыков там работали. Жить негде было. Им рыли землянки. У нас многие жили в землянках. Рыли землянки. Привезли их полураздетых. Никаких запасов пищи, ничего, с детьми. И вот Валентина Михайловна, она была бригадиром. Да, история, вот деревня Кожухова, к сожалению, сейчас там уже и не осталось уже никого жителей, кто бы помнил это. Валентина Михайловна умерла. Вот она училась в нашей школе, почему она и попала к нам в музей. И когда вот я с ней встретилась, она мне поделилась, что лучше, чем калмыки, никто хорошо, не работал. Живет, такие кропотливые, трудолюбивые люди вообще. Ну вот, так что спасибо вашей калмыкии, что вы воспитали таких людей, которые помогали вот эту капусту, ее крошили, солили в большие бочки чили. Потом приезжал поезд с этими бочками такими, как вот сейчас... Бензин или что там водит. Вот с такими бочками приезжал. И капусту загружали прямо вот в эти огромные цистерны. Вот что-то мы уже можем о калмыкии узнать. Так ведь? Кухня калмыцкая и так далее. Вот выдающиеся ваши люди. И у нас, кстати, знаете, что отмечали? Вот Валентина Ивановна. Жили люди разных национальностей, но никто никогда не делил на национальности раньше. Очень дружно жили. И
делились всем последним. Мы, говорит, подкармливали вот этих детей, которые голодали и так далее. И, ну, что еще хочу сказать. Мы запланировали в этом году, нисколько не вру, в плане годовом, у меня мероприятие, а Мусет Джалили. Мы очень любим его стихи и будем рассказывать. Скажите, скажите, пожалуйста, вот вас будет смотреть вся республика, вполне возможно будут вас видеть те, кто жил вот здесь в годы, в период ссылки. Что бы вы хотели вам сказать вот сейчас? Вот какой, ну, можете передать привет, может быть, кто-то вас узнает. Я с большой благодарностью отношусь к вот этому приезду. Мы ждали вас. Мне было очень интересно, потому что история военная калмыков немножко мне была известна. И мне хочется, чтобы эта история была более полно нам освещена нами, и Владимиром Ивановичем Камыниным, и вами, и теми, кто жил когда-то здесь, уехал на родину и сохранил память об этом событии в своей семье. Хотелось бы, чтобы написали свои воспоминания об этом событии, вообще историю своего рода, и передали бы нам, пусть это в электронном виде, и мы могли бы здесь это потом даже издать. Это было бы очень-очень здорово. Я надеюсь на эту связь. А также я думаю, что у нас увеличится количество экспонатов вот за счет ваших подарков. Я благодарна за вот эти очень дорогие подарки для нас. И обращаюсь к правительству, к Министерству культуры Республики Калмыкия оказать нам помощь в приобретении женского и мужского национального костюмов. Ну, может быть, какие-то еще и сувенирные вещи, чтобы вот представить Калмыкию в достойном таком виде в нашем музее. И мы пополним эту историю еще воспоминаниями, и у нас будет очень хорошая экспозиция о Калмыкии. А ваши люди, которые здесь жили и работали, честно, добросовестно и очень хорошо, они заслужили, чтобы память о них сохранялась. Спасибо. Я хочу поблагодарить, Лидия Ивановна, за вашу большую работу проделанную, за ваше бережное отношение к истории, за ваше внимательное отношение вот к спецпереселенцам из Калмыкии. Есть специальный уголок этого музея, посвящен спецпереселенцам из Калмыкии. Хочу вас заверить, национальные костюмы калмыка вы получите. Спасибо. Очень благодарна. Наша связь, она не будет прерываться, мы будем с вами общаться. Есть, есть интернет, электронная почта. Да, да. Поэтому, наверное, мы попытаемся собрать воспоминания калмыков, да, которые были репрессированы именно и жили на станции Копьёво, в селе Копьёво. Но, к сожалению, очень многие из них уже покинули этот мир. Своим детям, да, то, что с какой благодарностью мы должны как бы относиться вот к сибирским народам. Потому что только в первые 4 года депортации погибло порядка 40 тысяч калмыков здесь, да. И это порядка трети населения. И, возможно, если бы, ну, вот не помощь сибирского народа, возможно, бы, ну, эта цифра была бы намного-намного больше. Я больше, чем уверен. И вот нам об этом наши старики, как бы, и родители рассказывали и рассказывали. Поэтому, конечно, мы, ну, вот у нас, современного поколения, явно, ну, вот тут впитанная вот эта благодарность к сибирской земле и сибирскому народу. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.